Перенесли заседание. Вынесение приговора экс-председателю комитета капитального строительства Саратовской области Александру Суркову отложено. Об этом за 5 минут до начала заседания журналистам объявила помощник судьи. Защита экс-председателя настаивает на невиновности своего подзащитного, который обвиняется следствием в получении взятки. Адвокаты Суркова уверены, что это провокация, а деньги должны были пойти на ремонт опорной стенки набережной города. Вынесение приговора по этому делу отложено на 2 марта.